Я все еще до конца не могу поверить, что наступила такая погода. Это делает меня очень счастливой. Я смотрю на деревья, и мне не верится, что они зеленые. И вот так резко может смениться погода за каких-то полчаса. Эту корминку посоветовал нам кинолог. Она сказала, что собака моей породы, которая теоретически относится к охотничьим собакам, не должна получать еду из миски, он должен добывать ее. Поэтому мы вообще убрали все миски, кроме питьевой, и теперь он развлекается с неваляшкой. У меня сегодня не слишком богатый завтрак. Яйцо со шпинатом, хумусом, закуска из перцев и зеленым луком. Клянусь, как только наступает лето, у меня начинается невероятный прилив желания объесться зеленого лука и положить его в каждое блюдо. Будто бы он все делает летним и свежим, кроме дыхания. Сходила в душ, привела себя в порядок, немножко поработала. Доходит 12. Сегодня я еду на лазерную эпиляцию. Хочу сделать перерыв на мачу и, наверное, я не знаю, сливу, но не деревянные. Но я хочу ее. Какой раз в своей жизни я начинаю курс лазерной эпиляции и не довожу его до конца? Мне просто не хватает терпения. Меня хватает на 2-3 сеанса. И на этом все. Здесь недалеко есть один салон, в который я раньше ходила на бокс. Я узнала, что у них стоит какой-то весьма хороший лазер, на котором достаточно сделать буквально 4-6 сеансов. Это звучит как то, что я могу осилить, поэтому сегодня я поеду туда на свой первый сеанс. Следом я должна была ехать красить волосы, но в последний момент мой стилист отменил меня. Я так понимаю, она не очень хорошо себя чувствует. И если честно, я восприняла это как знак. Потому что есть другой стилист, к которому я очень давно хотела попасть. И, наверное, я перезапишусь и сделаю то, что я хочу сделать у него. Потому что у меня есть затея, как всегда. Вот такой цвет я хочу получить на выходе. Это именно тот оттенок рыжего, к которому я стремилась изначально. Но мои волосы всегда были слишком темными для него. А потом они стали достаточно светлыми, но моя решимость вместе с тем куда-то делась, и я так и не покрасила их. Бояться в целом нечего, это всего лишь волосы, тем не менее, рыжий это достаточно сложный оттенок, и попасть в десяточку с первого раза получается не у каждого, поэтому я очень хочу пойти к проверенному специалисту, которому доверяют мои друзья, мне его посоветовала Аня, она красится у него уже много-много лет. Плюс я хочу немножко поменять стрижку. Мои волосы выглядят плоскими, потому что у них нет абсолютно никакой формы, они просто прямо подстрижены, и здесь небольшая челка. Я думаю о некоторых слоях или лесенке, потому что сколько бы, знаете, вдохновляющих фотографий с волосами рыжего цвета я не видела, там всегда имеет место некая чуть более интересная форма. И мне кажется, со мной это сработает тоже. Так что, да, посмотрим, что получится. Я постараюсь записаться к нему на эту неделю, чтобы уместить это окрашивание в текущий влог. Потому что на следующий я улетаю в Екатеринбург. Я не знаю, насколько буду успевать снять еще одно видео. У нас есть 15 минут. Ко мне пришла посылка от Inspire Girls. Возможно, вы помните, я упоминала этот бренд еще в том видео, когда я последний раз разбирала гардероб. Тогда я только наткнулась на них, и у них вышла новая коллекция. И я нашла там юбку. Ребята, вы умрете. Ну или, может быть, не умрете, я не знаю, я умерла. Я еще не отпаривала ее, но
Посмотрите на эту красоту. Это юбка-баллон, я называю ее юбка-пузырь. Я примерила ее. Последний раз я так чувствовала себя, когда выходила замуж. Чем-то напоминает подъюбник для свадебного платья. Это настолько приятное ощущение. Единственное, о чем я немножко переживаю, это, возможно, стоило заказать ее в черном цвете. Потому что я та еще свинюшка, но черный никогда не будет смотреться так эффектно, как белый, особенно при таком крое. Нет, черный бы слишком перегружал меня. Я все сделала правильно. Я очень давно хотела такую юбку, но это, по крайней мере, стоило адекватнее всех остальных, которые я встречала на своем пути. И она мне очень нравится. Я жду не дождусь, когда смогу надеть ее. Также я выбрала для себя два топа. Они одинаковые, просто разных оттенков. Это укороченные топы с открытой спиной. Они завязываются. Во-первых, посмотрите, какой красивый оттенок коричневого. Очень нравится качество ткани, она нравится мне по ощущениям. Мне кажется, этот цвет смотрится очень благородно. В последнее время я замечаю, что кроп-топы это именно та одежда, которую я чаще всего использую в летнее время. И варианты с длинными рукавами самые адекватные, по крайней мере, для Петербурга. Они классные, они мягкие. Один у меня в размере XS. Белый я взяла в размере S, но только потому, что XS-ки не было. Я примеряла оба, и в целом они смотрятся плюс-минус одинаково. Значительной разницы нет. Я позже все примерю для вас и покажу. Сейчас у меня просто нет на это времени. Я заказала себе голубые джинсы. Они достаточно широкие, высокой посадки. Чуть-чуть прогадала с размером. Я взяла S-ку, а, наверное, нужно было брать M, потому что я хотела, чтобы они сидели немножко расслабленнее. Эти мне прямо впритык, но они сидят хорошо. Они делают много одолжений моей фигуре. Они делают мои ноги длинными. Мне очень нравится, как они смотрятся вот с этим топом. Возможно, я так и пойду сегодня. Как раз подходит под текущую испортившуюся погоду. Я заказала сумку. Я не думаю, что буду использовать ее в повседневной жизни, но мне кажется, она идеально подойдет для моих перелетов. Когда ты летишь с собакой, тебе нужно иметь с собой больше вещей, чем когда ты летишь с младенцем. Поэтому я думаю, что все Кёшины необходимости, все Алисины необходимости, все мои необходимости без труда уместятся в эту сумку. И мне нравится, что она совершенно ничего не весит. Потому что большинство моих сумок кожаные и с какими-то тяжелыми элементами фурнитура. И мне очень неудобно с ними. Помните, раньше я говорила, что не существует такой погоды, которая предназначена для тренчей? Тогда я не жила в Петербурге. Здесь добрая половина лета, идеальная для тренчей погода. Тот, что вы видели на мне сегодня утром, кстати, это, наверное, единственный, который у меня остался, за исключением темно-коричневого, но сейчас у меня нет для него настроения. Я хочу что-то светлое. Я заказала вот этот восхитительный в стиле 90-х, длинный, но достаточно легкий тренч. Мне понравилась фурнитура, я еще не примеряла его, я думаю, что он сядет очень неплохо, это похоже на мой размер. Я его взяла в размере S. На самом деле у меня были соображения на эту тему. Я заметила, что с рыжими волосами, которыми я очень сильно хочу обладать, отлично смотрятся ткани холодного оттенка. У меня в гардеробе таких немного, потому что мне всегда шли наоборот теплые. И не знаю, мне хочется поэкспериментировать, как-то разнообразить всю эту ситуацию, посмотреть, что я могу выжить из своего нового образа. Это всегда интересно. Мне так нравится меняться, ребят. У меня это от мамы, она всегда была женщиной, которая находила для себя какие-то новые варианты имиджа, красила волосы, меняла стиль. Я помню, что мы с папой всегда настолько это поддерживали. Каждый раз, когда она уходила в салон красить волосы, мы не знали, реально не представляли, какой она вернется домой. Всегда был немножко сюрприз. На этом все. Я очень хочу примерить тренч. Я хочу придумать, что я надену сейчас. И у меня для вас будет промокод Ксения на скидку 15% Inspire Girls. Если вам что-то понравилось, не упустите. Посмотрите эту юбку. Посмотрите эту юбку в черном. Топы просто незаменимы в летнем гардеробе. Ребята, вопрос на засыпку. Кто-то еще, кроме меня, умирает сейчас от сезонной аллергии? Вообще, я в целом не особо аллергичный человек, но у меня жуткая реакция на одуванчики, причем не когда они белые, а когда они желтые. И прямо сейчас я умираю. Мои глаза постоянно красные, из них что-то льется, мой нос заложен. Я помню, как в детстве сестра сплела мне венок из одуванчиков. И я пришла домой с отеком квинки. И такое со мной в жизни случалось два раза. Мне нельзя даже проходить мимо них, я не шучу. Капаю себе зодок в воду периодически, но как ни крути, это все равно лекарство. Я в последнее время нахожусь в фазе, когда я стараюсь отказываться от лекарств. Я даже не пью нурофен, когда у меня болит голова, потому что раньше я ела таблетки пачками. Черт!
все заново. Сейчас я гораздо больше стараюсь рассчитывать на витамины и какие-то биодобавки, но там тоже, знаете, бабка надвое сказала, потому что это все равно химия, и ты до конца никогда не знаешь, работает это или нет. Просто пьешь их с надеждой на лучшее. Каждый выбирает свой путь в этой жизни. Окей, я думаю, это мой вариант на сегодня. Я добавлю шарф на всякий случай, потому что погода странная. Ветер сильный, возможно, холодный. Я просто хочу, чтобы он был. Одену свои желтые вансы. Окей, это мой лук на сегодня. Я думаю, взять с собой ноутбук, чтобы потом засесть в каком-то близлежащем кафе и помонтировать видео, потому что мне нужно успеть закончить все до этих выходных. Затем у меня родительское собрание и еще одна встреча в 8 часов вечера. Надо как-то все успеть. Ну, первым делом поехали избавимся от волос. Поверите, но это моя косметология. Ю-ху-ху. Мы идем сюда. Супер, спасибо вам огромное. Это было прекрасно. Мы все вернулись домой, там адская жара. У меня есть вот эта совершенно восхитительная говядина, которую я замариновала позавчера. По итогу я ее не приготовила, поэтому я приготовлю ее сегодня в надежде, что она не испортилась. Какой-то корейский микс, который я увидела на YouTube. Окно, черт! Я все время забываю, что из-за окна становится слишком шумно. Корейский соус. Я точно помню, что там вода, соевый соус, кунжутное масло, устричный соус. Еще я добавила терияки, я добавила разные специи, немножко сахара, коричневого сахара, белое вино. В Корее, очевидно, есть какое-то специальное cooking wine, у меня его не оказалось, я подумала, белое подойдет. Пожарим это. Несколько дней назад я потратила 2 или 3 часа своего времени в поисках ответа на вопрос, почему все мои сковородки со временем начинают портить пищу, они начинают пригорать. Я хотела купить новую, поэтому я изучила все существующие виды сковородок и правила обращения с ними и поняла, что в принципе мне можно не менять сковородку, просто я использую их не совсем так, как это нужно. Гениальный лайфхак, но он работает не со всеми сковородками, потому что они бывают чугунные, алюминиевые, медные. Работает с этой. Ее нужно раскалить, не наливая масло, до того состояния, чтобы, когда вы капаете туда капельку воды, она начинала как горох бегать по всей сковородке, а не просто испаряться очень быстро. Как только это произошло, можно чуть-чуть убавить огонь и уже тогда наливать масло. И уже потом жарить. Таким образом, масло создает какой-то специальный барьер. Во-первых, оно не впитывается в пищу так сильно, как если бы вы сделали иначе. И ничего не подгорает. Так что, да, теперь у меня новый скилл. Видите? Идеально. Теперь нужно чуть-чуть убавить огонь. И можно будет заливать масло. И я только что нарушила главное правило. Ах, черт, я забыла. Оно заключается в том, что как только вы положили еду, ее нельзя трогать некоторое время. Нужно терпеливо ждать хотя бы 1,5-2 минуты. Первое, что я сделала, размешала. Вот поэтому я как будто бы не особо люблю готовить. Слишком много правил, которые нужно соблюдать. И если ты их нарушаешь, у тебя в корне меняется вкус блюда, либо его текстура, либо качество. Еще меня всегда убивают комментарии на тему того, что кулинария — это творчество. Конечно, это творчество, когда ты
знаешь, все правила, которые нужно соблюдать. Не знаю, куда я с этим, я просто злюсь сама на себя. Я надеюсь, это не убьет мое мясо окончательно. Довольно странно, по крайней мере, для меня я никогда так не делала, но в рецепте идет редиска, морковь, лук. Еще там были желуди, но найти их довольно проблематично, поэтому я обойдусь таким набором. Все обжарилось, теперь я хочу потушить это как следует, прямо протушить до состояния нежнейшей говядины. И я думаю добавить вот этот куриный костный бульон. Мне кажется, будет самое то. По-моему, Кёше пора на стрижку. Я уже даже не могу прочесать его шерсть без того, чтобы ему не было больно. Супер, замечательно. Молодец. Круть. Умничка. Давай еще немного. Круть. Можно. Нельзя. Умничка. Умничка моя. Молодец. Ты молодец. Ты супер. Ты супер собака. Друзья, доброе утро. Хотела поделиться приятной новостью. Моя кожа в последнее время наконец-то чувствует себя чуть-чуть лучше. Я не могу сказать, что я окончательно взяла под контроль все свои проблемы с акне, но, по крайней мере, мы движемся куда-то. Мне кажется, это благодаря хорошему косметологу, постоянным чисткам, плюс витамины. И я стараюсь в домашнем уходе, я правда стараюсь. Я хотела поделиться с вами, чем я пользуюсь на данный момент. Потому что мы давненько не говорили об уходе за лицом, и у меня есть кое-какие новые средства, которые как будто меняют правила игры, но тут дело не в конкретных средствах, а, конечно же, в компонентах. Естественно, любой уход нужно подбирать персонализированно для своего типа кожи, но, по крайней мере, это все работает для меня. И, как мне кажется, работает плюс-минус неплохо. Первое, что я использую, это клеточная вода от Эстедерм. Во-первых, мне приятен сам процесс нанесения. Она прохладная, она очень сильно освежает с утра. Во-вторых, она вроде как призвана усиливать действие всех остальных ваших уходов, которые вы наносите после. Вот эта малышка, наверное, произвела максимальный фурор в плане моего ухода за кожей. Это сыворотка с ретинолом. Я не думаю, что здесь дело в бренде. Я просто купила сыворотку с тем процентом ретинола, который мне посоветовала моя косметолог. Боже, я задыхаюсь. Да, здесь 0,25%. И я вводила ее очень медленно, торжественно и постепенно. Сначала 2 недели один раз в 2 дня, потом 2 недели один раз через день. И теперь я использую ее каждый день, но исключительно вечером. Я не наношу ее с утра. Розовая вода, которую я тоже наношу периодически
Она вкусно пахнет. На этом, пожалуй, все. SPF, который обязательно необходимо использовать, если вы пользуетесь ретинолом, поэтому я наношу его каждый раз, когда выхожу из дома. И на самом деле я была очень последовательна в этом смысле. Наверное, меня настолько пугают последствия, что я не забываю им пользоваться. Как вы уже, наверное, заметили, мои уходы – это, по сути, микс Эстедерма и Элемис. Это два моих любимых бренда на данный момент. Один профессиональный, другой более доступный. Это просто моя ежедневная такая базовая антиэйджинг-сыворотка, которую я использую днем. Иногда наношу вот такое масло. Особенно, если я собираюсь использовать свой гуаша, с которым я тоже в последнее время большая молодец. Я пользуюсь им практически каждое утро. И, может быть, я себе придумала, но эффект мне нравится. Это мой дневной крем, он тоже достаточно простой и базовый, но мне нравится, как он работает. Не перегружает кожу, выполняет свою работу. Супер! Сыворотка для глаз, периодически забываю о ней, но лучше бы этого не делать. Линейка Propolis Plus от Эстедерм, в принципе, одна из моих любимых для кожи, склонной к акне, и она хорошо со мной работает. Эта маска для лица, одна из моих новинок, и мне очень нравится, должна сказать. И следы было роскоши. Крем для глаз от La Prairie, по-моему, это даже пробник. Я уже просто достала его откуда-то из закромов, потому что у меня закончились почти все крема для глаз. Еще я снова вернулась к умыванию от Ace. Оно уже было у меня однажды, когда я останавливалась где-то в Мюнхене, у меня была масса свободного времени. Все это время я фактически провела в их бутике. Я считаю, он дорогой, переоцененный, совершенно не стоит того, что он из себя представляет. Особенно, если говорить о размере. Но мне как будто бы просто хотелось вернуть те воспоминания, потому что этот аромат очень сильно ассоциируется у меня с классным временем, которое я провела в Германии. На этом все. Помните, я говорила вам, что подсела на полоскание для рта? Мне кажется, это превращается в проблему, потому что я начинаю экспериментировать с ними и покупать все более дорогие варианты. Но на этом все, честно, клянусь. Я купила его ради тюбика, в который я могу перелить любое другое полоскание для рта, и оно будет смотреться симпатично на моей раковине. Нет, прямо очень жарко. Не знаю, почему я продолжаю одеваться так, как будто на улице зима. Парк, конечно, преобразился с осени. Идем, малыш. Мне очень сильно нравится вот этот дом. И домой мы всегда идем мимо него. Это принципиальный вопрос. Ну разве не чудо? Деревья уже распустились. Я чувствую лето. Движемся в сторону тренировки. Каким-то непостижимым образом я умудрилась потерять свои спортивные кроссовки, когда переезжала. Я знаю, что они где-то есть, но где? Это очень большой вопрос. Ладно, спорт-образ на сегодня. Это мой черный комбинезон от Lavarise. Он очень удобный, он подходит для всех тренировок. Для йоги, для бары, вообще все что угодно. Рубашка от Around. Моя новая винтажная малышка от Dior. Смотрите, какая она красавица. Найки и очки, потому что мы не хотим смотреть людям в глаза так рано утром. Две капсулы вот этой штуки я пью перед тренировкой. Я до конца не понимаю, работает это или нет, но продолжаю это делать. Мне кажется, они действуют примерно как Липа 6, если вы знаете, что это такое, но значительно мягче, потому что Липа 6, сколько мне известно, чистый кофеин. Это не совсем то, но окей, окей. Ребята, вчера приходил удивительный мужчина за деньги, естественно, который поменял мне все фильтры для воды. Это очень освежающая ситуация, когда вода из твоего маленького краника льется с адекватным напором, а не тонкой-тонкой струйкой, и тебе не нужно ждать
10 минут, чтобы набрать один несчастный чайник. Кстати, из новостей. В прошлом видео вы, наверное, помните, как мою борковскую микроволновку увезли чинить по гарантии после буквально 2 месяцев эксплуатации. И в ней нашли заводской брак, и они просто вернули мне деньги. Она была достаточно массивной и стояла здесь как огромный черный гроб. Поэтому я решила, что мне нужна маленькая микроволновка, мы все равно не так часто ею пользуемся, и я в восторге от этой. Во-первых, она похожа на старый телевизор. Вот именно такой, который стоял в моей комнате, когда я была маленькая, естественно, он был не белым, а черным. Во-вторых, она крошечная и не занимает собой все пространство, которого у меня и так не шибко много. Восторг. Пью пару глотков своего утреннего кофе, и мы можем выходить. Обожаю, когда авокадо с названием «Проверено спелое» выглядит вот таким образом. Роскошно! Да, ребят, я, наверное, никогда не то что не видела, но не получала более огромный синяк. И в дополнение, чтобы ему не было одиноко, это майские праздники. Велосипед и просека – несовместимые вещи. Доброе воскресное утро, утренняя доза витаминов. Я постараюсь угадать эту мелодию с 3 нот. Я постараюсь выпить это за 2 хапки. Готово. У нас 3 часа дня, и мы с Алисой собираемся и идем в гости. Вообще, мы планировали погулять, но погода сегодня довольно сумрачная и пасмурная, и Аня как раз позвала нас в гости, чтобы мы все вместе провели время, на самом деле, чтобы мы с ней обсудили все события за прошедшие выходные. Спойлер, с моей стороны событий 0, потому что у меня были довольно домашние выходные, мы с Алисой съездили на экскурсию в Пушкин и просто гуляли, занимались уборкой, приходили в себя. И да, я очень рада тому, что наконец можно носить платье и летние вещи, хотя бы более или менее легкие вещи, потому что, видит Бог, я устала от пальто, я устала от джинсов. Наконец-то это произошло. В Петербурге наполовину лета. Кажется, мы начинаем опаздывать, а я еще не высушила Алисины волосы. У меня сегодня большие проблемы с одеванием. Знаете, бывают дни, когда ты просыпаешься, и у тебя просто нет вкуса. Наверное, я последний человек, кто прыгает в поезд этих роскошных юбок-баллонов, но знаете что, мне наплевать. В ней я заказала вот такой топ, но сейчас я смотрю на все это, и как будто мне хочется добавить к ней что-то трешовое, но я не могу придумать что.
и у меня нет времени перебирать одежду, поэтому, наверное, я просто пойду так. Да нет, в целом, как будто бы все отлично. Я немножко невеста, но мы исправим это дело блейзером. Я думаю, что-то такого формата. И моя новая сумка, которую я заказала на Оскеле. Окей, возможно, блейзер лишний. Я сейчас обдумаю это. Мне кажется, плюс-минус неплохая работа. Я не могу понять, хочу я кроссовки или хочу я сандали. Вообще, я думала про черные лоферы, но они смотрятся довольно странно. Я возьму с собой бутылку кремана, как хороший гость. Полезай. Отлично. Я нашла на Озоне совершенно гениальную штуку. Мне кажется, это, знаете, Дайсон для бедных. Это такой липкий ролик, которым можно собирать собачью шерсть, волосы, всякую ерунду, которая валяется на полу. Все эти ворсинки меня очень сильно раздражают, особенно волосы в ванне. Но брать пылесос каждый день нет ни малейшего желания. Мне кажется, с этой штукой поддерживать чистоту будет максимально комфортно. Кёш, тебе нравится? Плюс бесплатная игрушка для собаки. Два в одном. Боже, ребята, я здесь разбираю свой заказ из золотого яблока. Смотрите, какое симпатичное мыло я нашла за каких-то 300 рублей. Мне кажется, это я поставлю на кухне, а зеленое отправится в ванную. Еще я заказала шампуни. В последнее время мне нравится этот бренд, потому что Kerastase практически пропал с полок магазина. По крайней мере, тот вариант, который мне нужен для окрашенных волос, его больше не стало. И приходится искать альтернативы. Я сделала себе довольно крепкую мачу. Ребята, я так не выспалась со вчера. Мало того, что мы пришли довольно поздно, это еще полбеды. Я не могла уснуть, наверное, до полтретьего. Я не знаю, что это было. Человек абсолютно не склонный к бессонницам, особенно в последнее время. Но, по сути, я смогла лечь спать только после таблетки мелатонина, которых я стараюсь избегать. Уже выпила два кофе, ни один из них не сработал. Единственное, что произошло, у меня начали трястись руки, поэтому я сделала матчу.
чтобы хоть как-то себя поддержать этим утром. Мне нужно позавтракать, и с сегодняшнего дня я начинаю снимать новый влог, который выйдет где-то через полторы недели, потому что у меня осталась одна неделя до вылета в Екатеринбург. Из Екатеринбурга я лечу в Москву на Биеннале, потом возвращаюсь обратно Питер. Когда я вернусь, мне предстоит масса скучных дел. Во-первых, я все еще не прописана в своей новой квартире, мне нужно сделать это. Во-вторых, я хочу сделать очень глубокую летнюю уборку, такую с мытьем всех поверхностей, с мытьем окон. Окна — это, наверное, самое первостепенное, что я должна сделать, потому что они в отвратительном состоянии, и это очень красивые окна. Мне нужно привести в порядок себя, мне нужно привести в порядок собаку, мне нужно как-то более или менее почистить свое пространство, потому что я ненавижу возвращаться в грязную квартиру, а сейчас она не в самом лучшем состоянии, скажем так. Как всегда, нужно собрать чемодан-трансформер, чтобы мне хватило вещей и на екатеринбургскую погоду, и на московскую. Сегодня утром я поймала себя на мысли, что я страшно рада поездке к родителям. Я очень сильно соскучилась по семье. Есть какое-то чувство теплоты внутри от того, что я наконец-то снова попаду туда. Сегодня я планирую заняться стиркой. Мне нужно перестирать абсолютно все, начиная от постельного белья, одежды, которая может мне понадобиться, да и вообще всей одежды. Хочу постирать Киошину лежанку и абсолютно все кроссовки, которые сейчас в ужасном состоянии. Это займет какое-то время. Еще сегодня мне нужно помыть и расчесать маленького принца, чтобы он полетел в удобоваримом состоянии, а не как сейчас. Да. Спасибо вам огромное за просмотр. Я вас всех очень люблю. Мы увидимся супер скоро. Дайте мне знать, хотите ли вы влог из родительского дома, потому что я снимаю их периодически. Может быть, я совмещу два в одном. Что-то такое. Это может сработать. Скучайте, мы с вами увидимся совсем скоро. Многие пишут, что на YouTube стало нечего смотреть, все куда-то пропали, и я тоже это замечаю. Мне тоже нечего смотреть, поэтому я вас не оставлю, ребята. Мы скоро увидимся. Люблю, целую. Пока-пока.